Так, едем на 2 дня рождения сразу. День рождения у Лени и у Вовы Снайпера. Ё-моё. Опа-па. Чёрт. Сейчас включу пониженную, наверное. Или объехать как-то. Блин, ну это не наши методы. Чёрт, включил я камеру. Как чувствовал, что сейчас будет экшен. Так, пониженную включил. Черт, тут как-то жестковато. Сейчас попробуем натяжку по краю. Опыт есть. Машина хорошая. Черт, какие-то палки или что-то там тарахтит. Ну, проехал. Проехал. Это дорога в лагерь. Так, куда здесь? Правее, наверное. Да ё-моё, что ж тут за оффроуд все время? Куда ни поедь, везде бездорожье. Лужи. Да, классные тут места вообще. В черте города практически вообще просто бомба. Просто бомба. Любим мы тут кататься. Есть тут всегда... Особенно при такой погоде. Через 200 метров вот поверните направо. Девушка подсказывает, но я на правильном пути. Блин, тут видно были люди на внедорожниках. Видите, как-то дорога такая местами неровная. Поверните направо. Поверните направо. Но тут еще девушка право-слева путает обычно. Сейчас мы посмотрим. Навигатор включен. Тут особо некуда. Показывает так вообще прямо ехать. Не знаю, куда она хочет, чтобы... Через 600 метров продолжайте движение прямо. Как люблю я с ней общаться вообще. Продолжайте движение прямо. Особенно ее точность очень радует. Право-слева путает. И вообще может просто что-то говорить. Ну, слава богу, есть такая белая стрелочка на синем фоне в темноте. Понятно, куда ехать. Так, сегодня день рождения у 2 серьезных джиперов. У Вовы Снайпера и у Лени Акробата. Бодибилдера. В общем, просто маньяка. Так что сейчас мы уже почти приехали, наверное, непонятно. Пока... Пока вроде дорога есть, все хорошо, какие-то вон грузовички. В общем, сейчас доедем, все покажу. Этих прекрасных джиперов. Да, тут хорошие места, песочек, болото. Что-то строят, моют. Ага, тут горы песка эти. Тут твердая дорога, проверенная. Не раз мы тут катались, я уже повторюсь. Хорошо, что я поехал на внедорожнике, на зеленой мечте и на бэхе семерке. Что-то у меня сомнение, что я доехал бы. Ну, там есть какая-то альтернативная дорога. Ну, в таких погодных условиях, боюсь, что альтернатива была бы в прошлом году. Был я на бэхе семерке. Так. Видите, тут какие-то просто... Ё-моё. Ого. Ого. Неприятные препятствия. Сейчас мы поменяем траекторию. Да, грузовички на... Хотя тут нормальный такой, более-менее клиренс. Грузовички тут накатали. Накатали. Блин, вот это... Куда-то я еду. И дорога, наверное, закончилась, друзья. Что-то я... Или вправо есть, или нету вообще. Да, какой-то я маршрут выбрал противоречивый.
Черт. Точнее, это женщина вот эта, которая меня ведет сюда. Куда-то путает. Отклонился я от маршрута ее. Я должен был пересечь эту гору песка. Черт. Да. Понижаечка. Включил. Есть там дорога дальше налево или нет? Не хотелось бы тут застрять. Да, дороги особо не видно. Женщина показывает что-то. Пойду посмотрю, наверное. Да что ж такое, километр до лагеря, а я тут, блин, езжу. Там уже еда, наверное, готова. Видите, тут так жестковато. Какой-то трактор ездил. Черт. Я на машине хорошей, но не совсем боевой. Видите, дорога тут закончилась. Хотя дальше, наверное, есть. Это ж все-таки серьезный внедорожник. Испортили дорогу. Была тут дорога, показывал навигатор. Все замыли песком. Google, по крайней мере, ее видит. Сейчас попробую, оно все мягенькое. Аккуратненько. На понижаечке. Короче, без экшена никуда. Так. Машина хорошая. Дорога вот за этой кучей, мне кажется. Я не уверен, что я ее перееду, а может и перееду. Не-а. Так просто раз и приехали. Сейчас еще раз попробую. Почти уже. Лесопед, мой лесопед. Это не специально, это просто тетка так меня завела. Так, не хотелось бы тут повиснуть. А, ну все уже. Наверное. Попробую толкнуть. Назад. Что у нас тут происходит? Если бы с кем-то, то выехал бы. Сам не доеду. И вот, видите, тут наши явно катались. Горка. Блин, не доехал. Ходом надо было смелее. Просто непонятно в темноте, оторву что-то или нет. Да, вот наши катались, и дальше уже дорога есть. Буду звонить, чтобы кто-то приехал, меня вытащил. Ровно километр я не доехал. Надо было ходом дубасить. Звоню бородачу. Все, наверное, вычеркнули меня из списка, мне кажется. Зацепится. Хотя вряд ли. Срабатывают блокировки. Не помню, в этой машине может лопата есть. Буду копать, если что. Бородач звонит. Бородач, спасай, застрял! Толкай! Да я один, толкаю, но не едет! Виды будет свет, ровно километр не доехал. Тут вы какую-то горку песчаную штурмовали, я возле этой горки застрял. Как-то меня тут женщина в навигаторе куда-то завела на оффроуд специально. Спасай, бородач! Брось Крису точку! Спасай! Бросаю.
Прошло минут 5. Какие-то люди приехали, оффроуд показывают. Видели? Это жесть вообще. Блин, я убежать не смогу, если он будет на меня ехать. А не, я смогу, Гранд Чероки не сможет. Жесткие ребята. Починили патрол Крису наконец-то. Этот счастливый день. Гляньте, тут целая делегация приехала на оффроуд. Я переживал, что... Цепляй! Ну что? Цепляй! Как ты дожил? Да ходом надо было, я боюсь, машина чужая просто, чтобы не поломать. Взял проехать, говорю, я по асфальту, не вообще с асфальта съезжать не буду. Что-то у тебя грязная машина, что, починили? Почти. Слышишь, это, наверное, землетрясение будет в ближайшие дни. Осторожно, ты не туда выворачиваешь руль, ты что? Страшно просто. Вот эти маньяки. Бульдозером, что ли, греб? Да греб, а что там, много песка на машине? Ну там снизу все в песке. Ну греб тут, блин, меня женщина вела какая-то, такая синяя, белая, белый треугольничек и синяя дорога. Я еду, как она говорит. Ты представляешь, что? Ты опиздал. Бампер треснул. А как же ты так это объезжал? Привет. А бампер... Ну, женщина вела. Бампер был треснутый? А вот, это дельфин, блин. Что? Это ты, у него синяя машина? Да, да. У него пружина синяя. А ты же не спеши его вытаскивать, там надо поглумиться. Не, подожди, это чужая машина, снизу. Что? На своей, на залупазе приеду, тогда будешь. Без патруля. А, я не спустился, надо же в лагерь было ехать спуститься, да? Ёлки, закапываются. А там по 2,5 колеса накачаны. Кто? На Субару ездил? Да. И что, заехал? Вон, видишь, куда даже добрался. Ну давай, отходи. 200 гривен. Сейчас, брось номер карты. 200 гривен, наличными. Номер карты. На. Вот то слева, это заехал не вас, Бизон. Включена камера. Блин, а как я буду еще тут? Включена, держи. Вот так. Вообще не едет. Блин, батарейка садится. Валера, на, свети фонариком, а то у меня сейчас сядет батарейка. Надо, блин, батарейку бы поменять. Давай, коксу! Вообще он лох. Вот в руке у меня под камерой. Только дрычит как-то громко. Блин, у него в телефон снимает лучше, чем у меня в камеру в дорогостоящем. Может, бензин закончится в любой момент. Давай, сдавай назад больше. У меня? Давай быстрее, батарейка садится. Берем. А там, смотрите, какая красота. А все равно не долет. Ну, в Арабские Эмираты не хрен ездить, он там ничего показать. Блин, по-моему, сейчас себя собьет, Валер. Ну, хорошо, он хорошо идет. Субару лучше. Давай еще раз. Бери больше разгон. Снимай. Он даже туда не может, куда я. Ну так ты сравнил, это патрол. Патрол говно. А Субару Форева. Да не, он туда не заедет, куда я. Давай разгончику больше ее. А что с той стороны? Неизвестно. Мы хотели, чтобы ты рассказал. Давай еще. Давай еще назад. Там вообще что-то не едет. Нива лучше заехала. Блин, у нее память. Всех ездит.
заезжала Крис. Нива, да. Нива лучше всех. Вот то вот слева следы, это Нива заехала. Да, да, бизон. Но потом он тут начал это разгоняться. Бизон, крокодил. Крокодил, да. И сломал это самое. Полуось спереди и сзади что-то сломал. Отъедь чуть-чуть, чтобы ему был разгон. Бензин и газ заканчивается. Да давай, еще две попытки у тебя. На твое место заехал, но так он... Ну, оно не так, знаешь, нет вот этого звука такого, знаешь, вот... Давай от Саньонга разгон. Валера, оу. А наш конкурент уже тоже приехал, да? Да, уже приехал снимать. А кто это? Трактор? Так. Давай. Заруба. Чероки. В принципе, у нас получается отвлечь его от еды, скажи. Да хоть воды не просят, это тоже хорошо. Газ просят и бензин, ты что, не слышал? Ну, газ, и вытянуть. А так лучше, лучше воды стакан было отдать ему. Я бы не говорил, если бы ты не был на моем месте. Ну, спускай давай. Спускай, давай. Ребятки, кто лучше? А ну ставим лайки. Блин! Ого! По-моему, на опрокидывание идет, по-моему. Блин, смотри, еще чуть-чуть. И опрокинется, блин. А очко там трещит сейчас. Ой, трещит. Ничего не будет там. Ну ничего не будет, но очко-то трещит. Очко, да. Это уровень. А мы круче, блядь. Получилось, да. А рулить никто не говорил, что надо, типа, там, рулем крутить? Да, тоже. Давай еще раз. Я выброшу телефон сейчас в болото. Лови. Ты хоть фото делал или нет? Ну, я тебе дам переписать. Давай я на твоем бедре заеду. Вот этот серьезный маньяк, блин. Давай я на твоем лучше. А где белая машина? Запаркована, отдыхает. Там? Да. Так а ты пробовал хоть? Нет. О, ну так, блин, вообще, слышишь, мучает. Говно, блин. Мучает. Патрол вещь, ну, да. Сан Йонг сказал. А ну, Валера, давай я подержу. Давай, Валера. Давай я подержу. На колеса спускай. Ты вообще каким богом к патрулям? Есть, давай я подержу, иди. Один раз машину пустили, ты уже он уже патрулист, а что ты думал? Патрулист. Не, ну на спущенных конях, а он спущен, нет? А фонарик ты отцепил или это уже доживало его так? Фонарик, да. Говорю, фонарик отцепил или это... А сзади фонарик там был у тебя, ты отцепил? Да, да, это у меня съемный снимается. А, съемный? Глянь, у него тоже камера, как у меня, нифига себе. Это все с камерами машины, дальше всех заезжают. Ты спущен, нет? Спущен, да. Я не спущен, я бы заехал, конечно. Да ты что, если... Я это видео только смогу выложить где-то через 2 года, ну, когда уже время пройдет, и не будут... И забудут, что я брал машину, понял? Ты ее подставь, типа, это самое, чтобы ее закрыть. Осторожно! Тихо, вон конкурент едет. Ты же выйдет после 10 из дома или что-то такое. Так, пошел. Чем это все закончится, интересно. Слышь, может пойти все-таки посмотреть, что с той стороны горы, а? О, уже нормально, смотри. Там если в ту сторону посмотреть, там такой вертикальный обрыв, там откуда они песок берут и грузят трактора. Ну давай, да. Не пугай, поменяйся. Давай, Валера, твой выход. Так а что, я далеко не заеду, правду говорю. Ну спустись или долго? Качаться долго. У меня в этой машине нет, компрессор в BMW, блин, я не на той поехал. Фен не мог тебя вытянуть? Да не, я его не видел, тихо, ну, пошел. Это было 50 гривен, да. Тут а не, все влево, видишь. А я не бра. Ну так смотри, он нормально зашел сходу. Да. Ему было больше оборотов, да, может сейчас залетит. Это кто? Валер. А где Крис? Крис? Крис уехал. А что там с едой? Есть в лагере пошли, еда? Пошли, поехали там. Быстрее еда, бородач, бросай все это. Они уже наелись, да, уже? А, я ж смотрю, что он так спокойно, хрен бы он приехал. Свет выключу, без кры было больше.
свет выключи, говорит, чтобы искры было больше. Да можно того позвать, он сравняет гору. Да не, ну нормально дубасит, слышишь? Ну уж получше, чем ты. Ну не лучше, давай начнем. У него мотор в половину от твоего. Че в половину? В четвертину. А у тебя сколько? 5,7. Треть, да. Я доехал. Почти столько же. Меньше. На 20 меньше. Ну вот эти. Самьон Хруле. Ты доехал туда. Открой окна, будет легче. У тебя есть стеклоподъемники? Ох, есть стеклоподъемники. Ну что там, страшно было? А я, слышишь, фолловерам говорю, все, оффроуда не будет сегодня. Конечно. Блин, ну, женщина ведет меня, ведет. Там какие-то лужи, блин, канавы. Два раза пониженную включал. С навигатором. Не, ну, женщина нормальная. Видно, видно с нашего клуба женщина. Ну что, едем кушать? Это баллон залетел. А он на АТ-шке, посмотри, на какой серьезный. Если бы у меня такие шины были, я бы переехал бы эту гору уже давно. Опа, сейчас будем еще Валеру вытаскивать. Да, там, кстати, жестко. А ты пробивал именно дорогу? Да? Ну да, тут ковшом такая гараж была, блин. Я сбил, один раз сбил, надо было просто... На коксе, конечно, можно было запрыгнуть, но что-то мне кажется... Валера. О, это он любит. Задом у него всегда экшен лучше, чем передом. Не та передача. Пятую включай. Ты на повышенной? Пятую включай. А по кому на повышенной? Нельзя. А у тебя? А что у тебя за коробка? Механика? Автомат. Автомат. Задним ходом это самое. Я думаю, что я как будто это повышенное. Так можно попробовать, но, блин, порвало. А шрусы свежие, хорошие? 400-500. Шрусы. 100 тысяч. А, ну так нечего уже жалеть. Посмотри, что творит. Да не, не. Чуть не заехал. Крис, твой выход. Крис. Крис, давай, сдувай колеса. Тань поехал это. Поехал снайпера поздравить и Леню, и все. А Леня есть? Уехал уже? Не, он еще чинит. Разломал наконец, да? Да, главное задняя фара. Никак не могу сразиться с этими, блин, монстрами. Поехали, а то все выпью. Поехали. Как нет мяса? Блин, опоздал я, ну ничего. О, а это какая серьезная, поедешь? Или ты только полуось поменял? Поменял. Ладно, на то и не надо ехать, да, машина не предназначена. Так, ну что, все, все хорошо. Едем в лагерь. Меня спасли, оффроуд был. Короче, все как должно быть. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Колокольчик, там очень много хорошего оффроуда с Харькова и свежего. Ну, а вообще очень много. Сортировочку включайте, там есть ролики достойные внимания. А мы едем в лагерь. Всем пока. Блин, куда он меня повез? Специально заманить хотели, думали застряну. Да нет, тут машина серьезная. Она хоть и не сильно подготовлена, но в Албании была. Албания — это серьезная страна. И в Македонии, и в Болгарии, и с Румынией, в общем, Албания была. Так, это серьезный какой-то человек. Ленечка, ё-моё. Да. А где ж ты был? Я ж тебе говорил, поехали со мной в Песочин, поехали. Ага. Но ты был не готов. А что ж ты сломал? Ленечка. Пару сломал? Допрыгался? О, теперь поднял, да, теперь подымай. Иди, я ж тебя поздравлю хоть с днем рождения. А, у тебя же нельзя сильно близко поздравлять. Да, да. На тебе подарочек, я тебе привез небольшой, что было. Спасибо. Рома. Не ожидал ты? У тебя же нету проводов не в машине. Ожидал, да. Спасибо. Здоровье. Он очень опасен. Как твое состояние, кстати? Да так, все нормально. Ну хорошо, здоровья тебе желаю, чтобы ты... Чтобы самурай не ломался. О,
А, так ты мост менять хочешь, да, или что? Это самый жесткий. Да, не хватало тебе в песочине, конечно. Я там смотрел на эту трассу и плакал, думая о тебе.